Друзья, я приветствую всех на моем канале. Сегодня тема седалищный нерв, поясница, копчик. Очень неприятные, болезненные ощущения, связанные с этой зоной, областью, с поясницы, копчика, седалищные нервы. Может быть, проблема у многих, потому что это может быть следствие травм, каких-то воспалительных процессов, ударились, попали в аварию, травмировались, защемление нервных окончаний, нервов между позвонками, где угодно, в суставах, где угодно. Причем очень может длиться долго вся эта проблема, лечение, постоянно какие-то новые проявления, поясница болит, согнуться не можете, сесть, встать не можете, повернуться. Кто-то переохладился, кто-то травмировался. Общее состояние, иммунитет снижается, и начинаются разные проблемы. Намного, надолго, какой-то на долгий период времени, на много лет, может быть, немножко пролечились, стало легче, потом опять это все возобновляется, конечно, очень сложный процесс. У меня выключили свет, я работаю, все замечательно. У меня на канале, вы помните, да, все мои ритуалы бесплатные, я вам просто помогаю. Пожалуйста, берите, кто сколько может взять энергетики исцеляющие, пожалуйста, потому что берите. Я разрешаю, высшие силы вам дают помощь через меня. Я просто каждый день что-то у меня новенькое. Мы все разные, каждый день энергетика разная. Поэтому я работаю, пожалуйста, все ритуалы работают по-разному мои, поэтому любые смотрите ритуалы, какие вам нравятся, потому что ощущения могут быть разные. Я сейчас уже работаю, даже если я что-то болтаю, разговариваю. Вчера был прекрасный ритуал, я потом пересмотрела, переслушала, разговаривала весь ритуал, замечательный. В конце, кто чувствует в конце ритуала вчерашнего, легкость, легче дышать, вообще хорошо, свободно, легко. Это значит, сработал ритуал. Поэтому даже если я разговариваю, это не помеха моим ритуалам, потому что в моих ритуалах работает энергетика, вы помните это, да? Очень многие это уже ощущают, получают хорошие результаты, мне иногда пишут очень интересные комментарии, и мне лично пишите, вы, конечно, рассказываете. Кто-то меня просил рассказать истории, какие у меня были уникальные истории в моей жизни, в моей практике магической, эзотерической, но я не рассказываю секреты, потому что если я вам расскажу о ком-то, чью-то историю, кто-то себя узнает, услышит у меня на канале свою историю, я не хочу, конечно, рассказывать ваши тайны, никому ничего не рассказываю. Кошка моя движется, иди. Кошка уже побыла, посидела, ушла. Все нормально, все работает. Животные тоже исцеляются в моих ритуалах, любят мой голос, мою энергетику. Приходят, когда вы включаете, смотрите мои ритуалы или просто слушаете, ваши животные тоже любят присутствовать в моих ритуалах. Да, это нормально. Животные очень хорошо чувствуют энергетику положительную. В моих ритуалах работает созидательно, исцеляющая энергетика, энергия жизни. Мы работаем, движемся вперед. Я говорю «мы», потому что у меня на канале мы с вами вместе. Не имеет значения, когда вы зашли на мой канал, когда вы включили ритуал, это не имеет никакого значения. Вы включили ритуал, слушаете, смотрите, вы уже присутствуете, уже получаете энергию. Но просто вы все разные, можете быть заблокированы или устали, или у кого-то болезни, или разные проблемы. Поэтому количество раз, количество просмотров моих видео и ритуалов каждый определяет сам. Вы все чувствуете, каждый по-своему. Пожалуйста, смотрите, количество раз, количество просмотров я не вам не указываю, я вам не говорю, сколько нужно. Вы свободны, пожалуйста. У вас всегда есть выбор смотреть мои ритуалы, не смотреть. Выбираете только вы.
Я вам помогаю, потому что высшие силы меня готовили как мастера много лет. Поэтому я как могла, как могу вам помогаю, пожалуйста. Мы не обижаемся, мы учимся на своих ошибках. Конечно, желательно учиться на ошибках других, чужих людей. Но очень часто мы, каждый учится на своих ошибках, потому что жизнь – это большая книга. Каждая новая страница, каждый новый опыт, каждый день у нас новый какой-то опыт. Жизненные ситуации разные. Сейчас я работаю с вашей поясницей, седалищные нервы. Тяжелая тема, седалищные нервы. Ощущения могут быть у вас разные, поэтому вы мне потом просто интересно что-то пишете. Я благодарю вас всех за все, за то, что вы со мной, за то, что мы с вами вместе общаемся. Я читаю ваши комментарии, вы мне иногда пишите лично, WhatsApp, Viber, пишите мне SMS, если вам нужна моя помощь, если вам нужна моя консультация, все остальное пишите, пожалуйста, в комментариях под видео, я все читаю. Мне интересно читать, узнавать то, что вы мне пишете. Ваши ощущения, ваши положительные результаты, да, если можно, пишите. Конечно, секретов мы не пишем, конечно, потому что все мои ритуалы разные, и результаты могут быть разные, даже если какие-то неожиданные могут быть события после моих ритуалов. Тоже вы писали интересные, очень даже неожиданные были результаты. Но даже если вы смотрите сегодня ритуал, то у кого-то будет завтра результат, у кого-то через месяц, у кого-то через неделю. Но то, что вы чувствуете сразу в ритуале, конечно. То, что происходит в вашем организме, ощущения вы чувствуете сразу. Ритуал работает сразу. Но бывают же результаты очень интересные, связанные с чужими людьми, которым вам вредили много лет или вредят до сих пор. Поэтому эти события могут быть через какое-то время. Но это все следствие ритуалов, конечно, моих. Поэтому обращайте внимание, но не показывайте, что вы знаете, кто вам что сделал, не нужно. Вы наблюдаете за теми врагами, которые вам вредили. Ну, конечно, не сплошные враги вокруг нас. Но, знаете, предупрежден, значит вооружен. Наблюдайте за людьми после моих ритуалов, что происходит. Как вы общаетесь на работе, дома, с родственниками, с соседями, вообще в социуме. Потому что я всегда хочу, чтобы вы двигались. Я говорю, не останавливаемся, движемся вперед, оздоравливаемся. Кто лежачий, поднимаемся, сначала садимся, потом приподнялись, потом прошлись. Ну, тоже есть люди, мне пишут. Я очень рада, что у вас такие результаты. Кто-то мне писал, лежал много лет, уже ходит. И да, даже не один человек. Таких результатов много. Но вы помните, что работа над собой, физические упражнения нужны обязательно, чтобы наши органы, суставы, ножки, ручки не застаивались, потому что движение – это жизнь. Я вам только помогаю встать, подняться, кому-то сесть, кто-то лежал, кому-то ручки, ножки поднять, понимаете, кому-то в коленях согнуть ноги, руки, в локтях, в коленях, у кого как получается. Движение – это жизнь, нужно двигаться обязательно. Я сейчас прорабатываю зону поясницы. Кому-то даже тяжело от живота, живот давит на органы. Тяжело. Смещенные позвонки, позвоночник смещен. Разъехался позвоночник у кого-то. Защемление в нескольких местах в позвоночнике.
межпозвоночной грыжи, между дисками позвоночными, да, в позвоночнике, защемление нервных окончаний. Там очень много разных, конечно, тонкостей. Я не рассказываю здесь это все. Я не углубляюсь в эту тему. То, что могу, я вам помогаю. Энергетически я вам помогаю, потому что все в мире и в жизни есть энергия. Нехватка энергии приводит к болезням. И негативным каким-то событиям. Я работаю с вами. Молчу, работаю. Поясница. Поясница и выше поясницы тоже жесткая, тяжелая зона такая. Корсетная зона очень тяжело. Кто-то не может даже сидеть нормально, не может, потому что мышцы атрофировались. Не держит позвоночник мышцы. Мышцы нужно тренировать физическими упражнениями. Насколько можете тренировать? Каждый индивидуально делает на своем уровне, на своем физическом. Насколько возможно вы делаете упражнения, чтобы закачать мышцы, чтобы мышцы держали позвоночник. Потому что с позвоночником связано очень много болезней, проблем наших. И бывают очень тяжелые потом следствия. Невозможно выйти с этого состояния и вылечиться. Очень сложно. Очень сложно. Кто-то мне писал в комментариях, что голос мой в ритуале, а руки не мои. Я не знаю, как такое может быть. Кто-то мне писал вчера или позавчера. Очень интересно, конечно, пишет, голос ваш, а руки не ваши. У меня в ритуале, друзья, у меня в ритуале все мое. Свечи мои, я, руки мои, голос мой. Я никого в свои ритуалы не допускаю. Не... Только моя кошка может присутствовать в ритуалах, и все. Телефон тот же самый, все свечи, огонь, все то же самое. Энергетика, конечно, самое главное, что в моих ритуалах, это энергетика, моя энергия, которую я работаю психической своей энергией. Благодаря моей психической энергии происходят все ритуалы, которые я вам показываю на YouTube-канале. Все ритуалы работают благодаря моей психической энергии. Заходи. Она же ходит туда-сюда. Взбодрилась моя кошка. Все прекрасно. Она хочет быть везде. Возле мамы, да, Николь? Возле мамы ты хочешь быть, присутствовать, конечно. Магическая кошка у меня такая вся. Шустрая. Так, я работаю. Слезай. Я работаю с вами. Все нормально. Кошка нам не мешает. Вы можете зевать. Я всегда вам это говорю. Энергия движений, в смысле движение энергии можете чувствовать. Кошка у меня тоже тут бодрствует, уже играется. Энергия присутствует в ритуале, она все чувствует, да? Все мои ритуалы работают для всех. Не имеет значения, из какой вы страны, из какого города, в какое время суток вы смотрите мои ритуалы, это не имеет никакого значения. Включили и посмотрели. Только я всегда говорю, пожалуйста, друзья,
Никогда никому не вредите, не нарушайте законы Вселенной, потому что если вы нарушаете, специально делайте специально, нарушайте законы Вселенной, делайте специально вред кому-то, то в моих ритуалах вы сразу будете получать обратку. Поэтому, если вы делаете магический какой-то вред, или вы специально вредите кому-то, людям незаслуженно вредите, даже если вы просто на них обижаетесь, если вы что-то специально делаете, какой-то вред, то в моих ритуалах вы можете получить обратку совершенно легко. Я никому не отправляю обратку. Вся обратка уходит благодаря законам Вселенной. Высшие силы руководят этим процессом. Я только провожу ритуал. Вся обратка идет автоматически. Никаких имен врагов, недоброжелателей я не называю. Так, сейчас позвоночник, седалищный нерв, правая, левая сторона, поясница, тазобедренные суставы, прорабатываю зажатые тазобедренные суставы, у кого-то воспалительные процессы в тазобедренных суставах, в пояснице, пояснично-крестцовый отдел, копчик, кто-то падал на копчик, ударялся, операцию делали кому-то, копчик оперировали, позвоночник оперировали в разных местах, грыжи, смещения, травмы, переломы, смотрю. Некротические процессы в суставах у кого-то. Воспалительные процессы, артрозы, артриты и так далее. Воспалительные разные процессы. Защемление, попадают нервные окончания, нервы. Попадают. Одна сторона, как будто бы перекос идет в позвоночнике. У кого-то немножко короче нога, длиннее, короче, идет перекос. Из-за этого тоже проблемы. Смещение в суставах, в позвонках. Но для того, чтобы выравнивать, более-менее правильно ходить, сидеть, жить, нормально двигаться, нужно, чтобы мышцы ваши держали позвоночник. Мышцы держат позвоночник. Суставы. Мышцы должны быть в тонусе, в нормальном состоянии, не дряблые, для того, чтобы вы нормально двигались. Поэтому мы делаем упражнения. Кому-то нужна лечебная физкультура, кому-то нужен массаж. На ваше усмотрение, конечно, рекомендации врачей вы, конечно, прислушиваетесь. Я только помогаю. Я делаю другую работу. Я не выписываю здесь лекарства. У вас есть доктора, которые вас могут проконсультировать по медицинской теме, конечно. Но я всегда вам рекомендую, пожалуйста, умеренно принимайте лекарственные препараты, умеренно. Но обязательно физкультура и питание. Обязательно обращайте внимание, потому что есть продукты, которые вам категорически нельзя при определенных болезнях и определенных состояниях вашего организма, потому что продукты, еда, куда ты идешь, кошка уже лезет мне на стол, уже просто она везде сегодня, везде активная она у нас сегодня, уже и на стол хотела залезть, все прекрасно, ритуал работает, все нормально, все оживают. Хочется что-то делать. На подвиги мою кошку тянет, да, Николь?
на подвиги тянет, она хочет тоже быть в ритуале. Все нормально, все движется, все работает. Высшие силы вам помогают через меня. Красивый такой ритуал, да, сегодня? Энергетика. Как вам сегодня энергия в ритуале? Хорошо, да? У кого-то даже ступни, стопы горячие после, сейчас вот-вот можете к концу ритуала чувствовать теплые ноги, стопы теплые такие, голени теплые, колени тоже, суставы тазобедренные, низ живота, поясница горячая или теплая. Поясница связана с почками, у кого-то тоже болезненные почки, и поясница болит, и почки болят, и тянущие, ноющие, боли неприятные, воспалительные процессы какие-то, все связано. А кто-то спит на высокой подушке, да? Защемление в шее, утром просыпается, голова болит, тяжелые плечи от подушки. А обращайте внимание, пожалуйста, как вы спите ночью, потому что очень часто вы залеживаете тоже шею, плечи, спина тяжелая, на одном боку спите. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что тоже имеет значение. Это все имеет значение. Ой, просто рот рвется, я так зеваю, вот прям как раззевалась уже сейчас очень сильно. Вы мне пишете, что зеваете, и слезы в ритуалах моих. Ну, нормально, чистка проходит. Частоты меняются в голове, потому что наш компьютер у нас в голове, мозг переходит на другие частоты. Если бы ничего не происходило в моих ритуалах, у вас не было бы таких состояний, ощущений, которые вы мне пишете. Очень часто вы задаете вопросы, очень какие-то неожиданные, конечно, и сразу хотите, чтобы я ответила на ваши сны, вы мне пишете и спрашиваете, что это значит. Ну, надо обращать внимание, конечно, что это значит. Происходят какие-то перемены у вас, что-то какие-то обрываются связи. Самые сложные связи – это энергетические, очень часто поясница, низ живота, вторая чакра – третья, первая чакра, все это ноет, болит, потому что у вас привязки магические, в том числе, потому что у меня канал эзотерический, магический, поэтому очень часто болезни, в том числе поясница, связаны, болезни этой зоны, области и позвоночника связаны с магическими воздействиями. Это могут быть уже просто следствия, когда вас обесточили, когда на вас намагичили, сглазили, что-то навредили вам, сделали. Это уже могут быть просто следствия, которые проявляются как болезни.
Иди. Сегодня кошка очень активная. Ощущение меняется, да, хорошо? После этого ритуала будете хорошо спать сегодня. Циркуляция энергии происходит. У кого-то в пояснице как будто бы узел такой, как завязали, тяжелое, такое тяжелое болезненное состояние. Но это пройдет. Воспаление там у вас. Воспаление, смещение. Вот где у вас болезненные такие вот суставы больные, да, вот сейчас легче становится, легче боль уходит, проходит. Или немножко легче, послабее боль. Потом она совсем уйдет. Но просто вы все разные, поэтому боль, конечно, у вас тоже воспалительные процессы разные, защемления разные. Так, ну, легче поясница, смотрю. Да.
Все хорошо. Все хорошо. Все работает. Проработал ритуал, все нормально. Мы это сделали. Хороший сегодня ритуал. Можете смотреть много раз, конечно. Вы уже это знаете, я вам это говорю, потому что вы же знаете. Вы уже чувствуете, кому сколько раз нужно смотреть, смотрите, пожалуйста. Оздоравливайтесь, исцеляйтесь, оживайте, поднимайтесь, двигайтесь по жизни. Живите. Мы все живем дальше. Творим свою жизнь своими руками. Я вам только помогаю. Вашу жизнь проживаете вы. Высшие силы за вами наблюдают, дают вам помощь через меня. Пожалуйста, пользуйтесь. Я помогаю пострадавшим. Я благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. Сегодня ритуал у нас уже сработал. Проработала энергетика. Благодарю вас всех за все, за все, за все. Жду вас на моем канале. Уважаю всех, кто уважает меня. Благодарю, благодарю, благодарю. До встречи, друзья!